Интервью нам дает капитан команды КДВ Сергей Сестрезов. Сергей, поделись впечатлением о самом турнире и о финале. У меня нет слов, одни эмоции. Спасибо команде УВЗ. Спасибо вообще всем, кто принимал участие, ну, за нашу команду в первую очередь. Спасибо сопернику, всем соперникам, с кем мы играли, потому что все игры очень тяжелые были. Мы просто боролись до последнего. Команда Планта, Светогор, с кем мы еще играли, Звезда, Горноуральский, то есть всем спасибо очень. Давайте с вами выберем лучшего игрока в вашем, вашей команде. Слушайте, вот, по финалу. Даже сложно сказать, кому-то отдать предпочтение, потому что я считаю, что вся команда, каждый, кто выходил на замену, либо, может быть, меньше отыграл, кто-то больше играл, но все выложились по максимуму, по-моему, мне сложно кого-то. Может, например, вот Евгений Коршунов, он сравнял счет, 2-2 сделал, такой гол забил, а всех прошел с Лемеси. Да, то есть здорово сыграл. Не против будете, если мы выберем его? Вы знаете, я не против. Ну все, тогда Евгений Коршунов, вот, отметим. А пенальти кто у вас забил, расскажите. Иван. Четверяков. Четверяков, да, Евгений. Евгений Кош у нас забил как раз. И я последний. И последний решающий капитан команды. Вы как? Да, до сих пор я просто, мурашки. Да, то есть капитан все-таки принес победу своей команде решающим ударом. Ну, точно. Я как бы просто внес, да. Спасибо всем, спасибо команде, в первую очередь. Ну, можете, кого хотите, поздравить с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. С Рождеством, с наступившим Новым годом, с Рождеством. Всех любителей футбола, всех, кто играет в футбол, поздравляю с Новым годом. То есть чудеса возможны в любой момент. Возможно выйти. Я еще вчера не предполагал, что так может. Да, может выйти первый раз в финал и победить по пенальти такую сильную команду, которая действующего обладателя вы выиграли. Рождественского кубка. С чем мы вас и поздравляем. Успехов уже в следующих кубках и чемпионатах. Спасибо большое.